Стабилизация оперативной обстановки на территории обслуживания межмуниципального отдела. В 2023 году было запланировано и проведено более 145 специализированных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление, раскрытие и профилактику преступлений и административных правонарушений. Вследствие чего в 2023 году было зарегистрировано 1556 преступлений, что на 6,7% меньше, чем в 2022. Общая раскрываемость преступлений составила 63,4%, что значительно выше среднеобластного показателя. При этом раскрываемость преступлений в дежурные сутки увеличилась на 4,3%. Было раскрыто 803 преступления. Количество преступлений категории тяжких и особо тяжких осталось на уровне прошлого года – 385. При этом снизилось на 3,5% количество убийств. 5 против 8 в 2022 году. Причинение тяжкого вреда здоровью сократилось на 14,8%, 23 против 27 в 2022 году. За весь 2023 год не совершено ни одного изнасилования. В 2022 году было таких 6. На 23,7% меньше.